Ну что, уважаемые интернетчики, маленькая приятность у нас сегодня в доме. Это новенький шкаф, который мы заказали в одной из производственных фирм по изготовлению мебели в городе Котласе. Пожалуйста, любуйтесь. Фурнитура европейская, материал тоже европейский, имеется в виду лицевые панели. Сейчас я вам открою и вы увидите, как он работает. Что он из себя представляет? Это вот такой раздвижной шкафчик. Видите? И еще одна створка. Видите, да? Пока все беленькое, красивое, блестящее. Но здесь скоро будет много всего. И вид уже будет такой товарный. Но вообще нам понравилось. Что понравилось? Качество материалов, импортная фурнитура. Ну и ребятки сделали довольно быстро и грамотно, собрали мебель. То есть рука у них набита, все нюансы, какие сегодня были, они на месте исправили. Ну на какие нюансы бывают у нас? Ну вот, направляющая выскочила одна, нужно было маленькое литье пластмассовое сточить, и она больше не вылетала. Какие еще нюансы? Ну, выровняли шкафчики. Вроде неровно сначала собралось. Видите, как они собираются. Так закрывается второй ящик. Технология открытия ящика. Простая. Нажимаем, и он открывается. Закрываем по такому же принципу. Нажимаем, и он закрывается. И вот три ящика. Раз, два, три. Пока все работает, пока все закрывается, еще раз показываем. Не скрипит. Не ругается. Блестит. Замечательно. Надеемся, что она вам послужит, а вы получите удовольствие от того, что вы сейчас видите, и вам чего-то тоже захочется. Привет!